Музыка без границ. Сегодня в Таджикистане отмечают День Шашмакома. Это классическое музыкальное искусство, зародившееся в Центральной Азии. В республике его отмечают с 2000 года, когда президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал соответственный указ. Концерт в честь праздника прошел в одном из столичных амфитеатров. На сцене выступили как признанные народные артисты, так и начинающие музыканты. Мы в этом году не пригласили иностранных музыкантов, так как хотим выявить новые таланты у нас в республике. На таких сценах молодые артисты получат больше опыта и раскроют свой потенциал. Также мы хотим как можно больше развивать это музыкальное направление в республике, так как во многом через музыку и познается культура той или иной страны. Данное музыкальное направление популярно не только в Таджикистане, но и в Узбекистане. По инициативе двух стран в 2003 году шашмаком был признан объектом всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.